Карина Попкова, 16 лет, село Некрасовка, Советский район. В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Слова классика как раз о Карине Попковой. Умная, красивая, добрая, отзывчивая и невероятно ответственная девушка старается достичь совершенства во всем, к чему прикасается. О заболевании Карины никто не догадывался, пока ей не исполнилось 5 лет. Девочка росла и развивалась наравне со сверстниками. Вдруг родители заметили, что во время подвижных игр ножка Карины немного подворачивается. Ребенка повезли на консультацию к симферопольским врачам. У нее неврологическое ДЦП, у нее еще и руки мало чего, левой ноги, еще и руки. Вот. И я говорю, я не вижу, чтобы рука была. Я говорю, оформляйте инвалидность. Я говорю, я не хотела оформлять инвалидность, говорю, у меня ребенок не инвалид. Я не буду этого делать. Я так плакала. Ну как, откуда бы оно взялось? Я переживала, думаю, как дальше будет. Но диагноз не стал для Карины препятствием. Она успешна во всем, за что не возьмется. Девушка в школе на расхват, конкурсы и олимпиады. Она первая. Перед районной администрацией выступить – это тоже к ней. Учителя знают, Карина не подведет. Если ей что поручили, выполнит на все 100. Она является призером всероссийского конкурса сочинений по русской по литературе в этом учебном году. Также в этом учебном году она является победителем муниципального конкурса «Цветущая школа». И в этом учебном году она избрана членами самоуправления президентом нашей школьной республики Бригантина. Второй год уже является стипендиатом среди одаренных детей районного совета. Очень ее дети любили в классе. Она очень активная, очень позитивная. И мальчишки, их очень много, сорви головы, но они настолько ей помогали. И портфель, и стульчик принести. Вообще, все было замечательно. Школьные годы завершаются. Карина в 11 классе, и перед ней важный выбор, кем быть. Ведь девушке нравятся две очень разные профессии. В школе очень нравится математика. Я хочу стать бухгалтером. Это не только сидеть в магазинах, работать продавцом, но и можно работать где-то в офисах, считать деньги. Что-то связанное с деньгами, мне это очень нравится. Потом я хочу выучиться на курсах визажиста. Красить людей, делать им красивыми. Большой поддержкой для Карины стала премия общественного признания «Преград нет», которую ей вручили год назад. Теперь девушка уверена, она достигнет успеха в любой сфере, ведь для тех, у кого нет преград, возможно все.